Добрый день, друзья! Я Быстрый Олень вновь с вами. Сегодня 27 мая, воскресенье. И лучше всего в такую погоду приехать в парк, недалеко от Торонто. Всего полчаса езды. И я расскажу, что мы сегодня будем делать здесь. Сегодня мы в парке Майкл Мэйч. Как Мак? Сегодня мы в парке Мак Мэйч. Майк Майкл. Сегодня мы в парке Майк Майк. Здесь коллекция канадского искусства. И мы посмотрим, что здесь есть. Художников когда-то нашел такой камень и вырезал на нем пиктограммы индейцев, которые передают художественные образы. Это целый камень, цельный. Вот. Очень красиво выглядит. Здесь всякие индейские мотивы. Не хватает музыки. Ты-ды-ды-ды. Это цельный гранит. Вот по таким ухоженным дорожкам можно гулять хоть весь день. И, конечно, хорошо взять с собой такую вот маленькую собачку у друзей. И ей тоже здесь хорошо. Вот она так гуляет. Дому, где можно увидеть культуру индейцев. Вот такой страшный такой медведь. Тоже из цельного камня сделан. Старинная современность. Вот такой вот с наушниками человек. Тут можно сделать красивую фотографию. Внимание, снимаю. А всего столба не видно. Вот так вот, да. Например, галерейный маленький трейл идет направо, а большой налево. Мы идем налево. Маленький нарисован вокруг галереи. Кто идет вдоль реки? Мы тоже вдоль реки пойдем. Да, мы идем по большому. Птички поют, как в райском лесу. А может, это и есть райский лес? Густая зелень, речка и заросли красивых цветов. А какой же здесь запах обалденный. Ой, смотри, сколько цветов. И там тоже идет, там тоже есть речка. Назовем эту полянку поляна папоротников. Стайка рыбок. Что у них чемпионство? Здесь можно замереть и послушать музыку птиц. Рыбок. Вот так. Ого, видите, вот так. Целое столпотворение. Не знаю, куда это он все-таки. Препятствий. Оп. Джамп. Оп. Крафи, джамп. Come here. Come here. Come to me. You can do it. Джамп. Вот, а после хорошей прогулки надо хорошо попить водичку. Да? Ой ты. Все? Еще попьешь? Погуляли, начался дождик, и можно ехать домой.